Webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Так. Так, коллеги, всем добрый день. Меня всем слышно, всем видно, надеюсь. Так, сейчас, одну секунду. Нет, немножко подвисает система. Вот, прошу прощения, не могу сейчас оперативно реагировать. Сейчас следующий спикер будет выступать, и я просто перезагружусь. Значит, у нас сегодня вебинар, даже, можно сказать, телемост, да, с представителями двух партнерских компаний. Это Skyway Investment Group и Skyway Capital. Вот, мы хотели просто провести его, отлично, хотели провести его, чтобы как бы все какие-либо там вопросы, поднимавшиеся или прочие нам какие-то, может быть, вещи, были разъяснены, вот, и также в очередной раз рассказать про новости нашей компании, вот, куда мы все вместе движемся, и какие у нас планы на ближайшее время, и планы вообще на 2016 год. Вот, ну, в принципе, я думаю, что я буду завершать также эту конференцию и в конце про планы расскажу. Вот. А сейчас я бы тогда хотел просто передать уже слово Андрею Ховратову, вот, который выступит первый. Андрей, прошу, тогда ваше слово. Благодарю, Виктор. Благодарю, Виктор. Приветствую всех, дорогие друзья, коллеги, инвесторы, акционеры, партнеры компании Skyway. Потому что мы все, скажем так, в одном корне компании Skyway, но можем заходить с разных, скажем, направлений. И как я говорил еще при образовании нашего фонда, что при завершении строительства у нас может быть до десятков, а то и до сотен разных фондов. И вот на примере, когда вот фондовый рынок, допустим, российский или американский или европейский, то есть биржа фондовая, и у нее много брокеров, и акции можно купить через любого брокера, лицензированной биржей. Точно так же, ну, если посмотреть по прототипу, да, вот, вот такой технологии, можно сказать, что главная компания Skyway в лице Анатолия Дарчевинского, Виктора Бабурина, это корневая компания, мы все фонды, компании, которые продвигаем идею Skyway, чтобы люди поддержали про наш проект, чтобы они захотели ездить на таких вот дорогах и, естественно, стали нашими инвесторами и активными продвиженцами в нашей технологии, чтобы они активно двигали, активно развивали наше направление в регионах, в разных, и так далее, и так далее. И, как я говорил все время, что наша цель, главная наша цель, ну, по крайней мере, нашего фонда состоит в том, чтобы не просто построить экотехнопарк, а участвовать в инициации адресных проектов, ну, как минимум, хотя бы там, в 1 миллион километров дорог, хотя их вообще построится, по идее, где-то 50 миллионов километров дорог примерно за 20 или 30 лет. Наша, ну, такая вот цель Анатолия Дарьевича Винницкого, Сергея Сибирякова мы общались, и, естественно, моя такая цель. И почему я вижу в этом большой резон? Потому что если нас поддержит 15% населения каждой страны, мы гарантированно имеем возможность, дорогие друзья, гарантированную возможность борьбы с конкуренцией. Глупо думать, что у нас не будет конкурентов. Будут конкуренты, это 100%. Но когда у нас будет 15% населения поддерживать наш проект, станут нашими инвесторами, акционерами, они
смогут, у каждого из них 3-4 члена семьи, то есть фактически мы гарантированно имеем 50-60% потребителей нашей технологии. Это, ну, вот скажу сразу, да, это борьба с конкуренцией очень серьезная. И поэтому лично я вижу и, скажем, в диалоге нашего фонда, это работа с людьми, простые люди, пенсионеры, учителя, студенты, средний возраст, бизнесмены, чиновники, политики, то есть вся категория людей, крупный инвестор, мелкий инвестор, средний инвестор, частный инвестор, да, наша задача донести до всех информацию, как можно больше людей, скажем так, вовлекти в наши ряды, потому что это выгодно всем, буквально всем. Это выгодно пенсионеру сегодняшнему, потому что у него будет через 10-15 лет достойная пенсия, а потом он сможет передать по наследству эту пенсию, можно так сказать, да. Это выгодно бизнесменам, потому что открываются новые рынки, и вот одна из наших, я считаю, вот фонда в этом году, и это всей компании, я считаю, это не только фонда, но всей компании, что наши представители общественной организации SkyWay Украины в Украине провели очень серьезное мероприятие, провели встречу с президентом ассоциации производителей и предпринимателей. Это очень серьезный такой шаг, и он поддержал наш проект SkyWay, и это очень для нас очень важно. Там 30 тысяч предприятий, мелких, средних, крупных, то есть весь, скажем, предпринимательский класс. В прошлом году, значит, в конце прошлого года, именно ПО «Евразия» вошло в торгово-промышленную палату в Иркутске, но это не только Иркутск, это по всей России. То есть сейчас точно так же мы готовим интересные моменты для Европы, и все это на благо того, чтобы наш проект быстрее реализовался. Не на благо там одного человека или какой-то одной команды, чтобы наш весь проект реализовался. Потому что, как я еще раз повторюсь, мы хотим не просто построить экотехнопарк и получить прибыль, как некоторые говорят, вот, о, когда у вас там акции капитализируются уже. Да, они капитализироваться могут уже и через год, и через полтора, но возможности, которые могут получить люди, это очень большие возможности, как я всегда говорю, такие возможности бывают один раз в жизни у людей, и такими возможностями не воспользоваться, ну просто, ну скажем, это глупо. И я вижу, лично в моей работе, в работе нашего фонда, подготовка профессиональных партнеров, которые могли бы при общении с людьми первого, второго, десятого общения достучаться до каждого человека, чтобы он понял, что то, что мы сейчас предлагаем, это национальный проект любого государства. Национальный, потому что благодаря этой технологии, благодаря вот этой системе, которую хочет внедрить Анатолий Дарович Юницкий, выгоду наибольшую могут получить люди. Как я всегда вот еще говорю на своих вебинарах, и хочу, чтобы вы поняли, да, вот сегодня пирамида вот такая вот, где во главе пирамиды стоит там 10% самых богатых людей в мире, а 90% это обслуживают, и внизу там вообще народ, больше 60-70% простой народ, которого просто имеют уже на протяжении там 2 или 3 тысяч лет, да, ну, может быть, меньше. Сегодня история так переписывается, что мы даже не знаем, может, на протяжении 500 лет. Благодаря тому, что 15% населения, 25% населения входит сейчас инвесторами, акционерами, и наша задача донести это до людей, то что происходит? Вот эти капиталисты, которые имеют огромное количество денег, они всегда будут иметь деньги. Вот всегда будут иметь деньги. Они хотят меньше рисковать, потому что сегодня для любого человека, если для вас $1000 инвестировать, это рискованно, то для него может быть 1 000 000 или 10 000 000, это тоже рискованно внести в поддержку проекта. И поэтому он вносит, может быть, гораздо меньшие деньги. Но в чем уникальность? Потом, когда они принесут свои большие капиталы, а мы являемся все акционерами корневой компании, и где будут строиться адресные проекты, мы будем участвовать во всех проектах. И я очень солидарен с Анатолием Дарьевичем Юницким, что минимум компания должна быть во всех проектах, это на 25% и более, да? Где-то, может быть, на 50% компании, где-то больше, на большее количество. И именно по этой причине, вот, я не знаю, Арманд, наверное, не выступит, но я хочу сказать, что сейчас Арманд, который возглавляет компанию Global Transnet UK, в Британии. Сейчас вот именно с Виктором там в конструкторском бюро общаются на тему, должны подписать договор, и это уже 100%, я знаю, что введена в Global Transnet UK на 60% компания GTI, акционеры, которые все мы являемся,
и не 60 на 56, и на 4% он тогда еще низкий. То есть это о чем говорит, что сейчас мы будем продвигать проекты в Британии, и все акционеры сегодняшние, которые есть в корневой компании, без разницы, через какие фонды они зашли, они все будут участвовать в тех проектах, которые мы сейчас инициируем и хотим продвинуть. Это и по России, и по Украине, и по Европе, и по Азии, везде, скажем так. То есть везде будет соотношение 60 на 40, то есть 60% – это корневая компания, а на 40% мы как фонд, инициация фонда. Да. Ну, естественно, те люди, которые инициируют непосредственно в разных странах, они тоже там будут участвовать на определенных долях. Это сейчас обсуждается. В мае месяце мы конкретно к этому подойдем, когда я буду в мае месяце в консультантском бюро. Поэтому, дорогие друзья, что я хочу сказать. Мы делаем великое дело. Благодаря всем нашим усилиям мы смогли сегодня... Конечно же, идет недофинансирование с одной стороны, но с другой стороны мы так много сделали. Я считаю, очень много сделали. Почему? Потому что самое главное достижение, вот я считаю, что Министерство транспорта Российской Федерации признало, что SkyWay является инновационным транспортом. Для нас это победа, для Анатолия Дарча Ильинского это победа. И теперь мы можем свободно продвигать нашу технологию и инициировать наши проекты SkyWay, да, по всему миру, опираясь именно только на вот это вот положение. То есть, дорогие друзья, это дорого стоит. И хочу сказать, что... Естественно, мы прилагаем все усилия, чтобы как можно больше финансов давать компании. Сейчас Виктор Собор выступит, он скажет, наш именно как директор департамента стратегического развития фонда, и покажет еще некоторые цифры. Но я хочу сказать, что мы ориентируемся не просто поддержать строительство экотехнопарка, мы ориентируемся и на то, чтобы инициировать эти адресные проекты. Потому что мы должны как народ, мы как люди должны в первую очередь заботиться о своей наибольшей выгоде. И поэтому мы все делаем для того, чтобы как можно большему количеству людей донести эту информацию и как можно большее количество людей научить профессионально работать с этой именно с информацией и по продаже этой технологии, и не только создавать партнерские сети, но и точно так же инициировать адресные проекты, и потом, может быть, при обоюдном договоренности с Анатолием Дашем Ницким будете, скажем так, уже представлять группу компаний SkyWay, либо в лице там Transnet, либо другой компании, чтобы инициировать этот проект по строительству уже этой технологии в вашем городе. Я хочу сказать, что в любом городе, даже маломальский город, там 300-500 тысяч населения, там примерно, ну, нужно 200 километров этих дорог разных. Поэтому, дорогие друзья, бюджет очень большой, возможности очень большие, мы затронем огромнейший пласт предпринимательского класса, который сейчас тонет, а мы можем дать возможности всплыть и получить новые ниши развития. И я вот, опять же, мое глубокое убеждение, что только простые люди сейчас с помощью поддержки простых людей мы сможем построить этот проект и начать строить в начале там первые, может быть, 10 тысяч километров дорог. А вот тогда уже эти большие дядьки с большими деньгами, они уже подойдут и начнут уже вкладывать в очередь, начнут становиться, чтобы быстрее дожить. Ну и почему я говорю, что это может быть реально, это 100% реально, потому что, вот вы знаете, в последнее время то, что говорит Владимир Ильич Путин в России, такое ощущение, что вот идет подготовка к тому, чтобы воспринять проект SkyWay. И сегодня мы видим, что даже в Украине, какие бы ни были взаимоотношения там украинских, скажем, властей, но есть люди в Украине, которые готовы поддерживать проект SkyWay, и они видят в этом перспективу огромную для развития украинской экономики. Точно так же мы будем работать в других странах, в том числе, да, и делать все от нас зависящее, чтобы, как говорится, в каждом поселке, даже где есть 50 тысяч населения, 30 тысяч населения, стоял флаг SkyWay, и люди знали о SkyWay и поддержали этот проект. Спасибо, дорогие друзья, а сейчас я передам тогда, или Виктор передаст слово, или я передам слово Виктору Собору. Виктор Бабурин, ты или... Да, ну, следующий, да. Спасибо, Андрей, большое за выступление. Да, Виктор, тогда прошу, твое слово. Да, ну и в заключение хочу сказать, что вы сегодня услышите мероприятия, какие ожидают. Ну, я еще скажу, что я в мае месяце буду в Крыму, и кто работает в Крыму, 7 или 14 мая буду проводить там бизнес-форум SkyWay с моим участием личным, поэтому, скажем, подтягивайтесь. Спасибо огромное. Всем до свидания. Пока-пока. Виктор Собор, передаю тебе слово.
тут уже людей гораздо больше. Я сейчас выйду и кому-то уступлю место. Виктор? Вообще, как бы у Виктора, Виктор, у вас функции для презентации. Да, пишет, что камера не может. Алло, Виктор. А говорить можешь? Как бы микрофон отключен со стороны Виктора. Алло. Алло? Да, Виктор. Слышно, да, видно? Все. Да, слышно, видно. Благодарю всех. Пока-пока. Добрый день. У кому-то уже добрый вечер, даже ночь. Наверное, не нужно экран. Я просто, чтобы не тратить время на все, на переход, и так потратил сейчас минуту. Ну что, у нас еще есть выступающие. Приветствую всех. Хочу вам просто привести пример того, что в любой бизнес, он организованный должен быть. Например, возьмем компании, которые на сегодняшний день показали себя за много лет как успешные, процветающие и долгоживущие. За счет чего это происходит? Когда систематизирована работа всех отделов, и когда каждый, кто занимается бизнесом, он говорит правильные вещи, он не провоцирует никого на... Скажем так, обратите внимание, сегодня в последнее время большое внимание в мире, особенно сейчас в России, уделяется тому, чтобы все по закону было, правильно. И поэтому очень важно, что мы говорим. Важно, как мы говорим. Важно, к чему мы подвигаем людей. И желательно не рассказывать людям, что они получат 3 короба всего. Да? Очень важно организовывать людей и учить их правильно заниматься бизнесом. Чем мы занялись непосредственно последние 3-4 месяца, это мы готовим команду профессионалов, которые занимаются бизнесом. Надежно, серьезно, профессионально. Есть полупрофессионалы, есть профессионалы, есть инвесторы. И я всех приветствую, инвесторов и полупрофессионалов, кто занимается так в свободное время бизнесом, и те, кто занимается бизнесом профессионально. Каждый делает свое дело, каждый вносит свою лепту в этот проект. Но я призываю всех, кто занимается серьезным бизнесом, кто хочет быстро построить не за 40 лет экотехнопарк, потому что такими темпами, при всем при том, при уважении к тому, что сделано, но еще 40 лет понадобится, чтобы построить экотехнопарк. А наша цель к осени – профинансировать максимальное количество средств для того, чтобы можно было уже сертифицировать транспорт. И у Анатолия Эдуардовича есть цели, и желательно нам, всем фондам, соответствовать его ожиданиям, ожиданиям генерального конструктора. На сегодняшний день к чему приводит, например, система или организованная работа всей команды. За январь месяц у нас увеличение против декабря было 22,99%. За февраль против января мы увеличились на 47,07%. За март увеличение было на 17,62%. Любой, кто занимался бизнесом, кто знаком с бизнесом, понимает, что увеличение ежемесячное в процентном соотношении таком – это достаточно серьезное достижение. Потому что в мире инвестиций, например, 30% увеличение – это очень здорово считается. А мы с Вик сегодня показываем этот результат. Почему? Потому что работаем по системе. Я призываю всех, кто работает в разных фондах, начать работать по какой-то своей системе. Потому что в каждой компании своя система работы. Ее нужно притворять в жизнь. Не изобретать велосипед, а делать так, как учат этому руководители. У каждого свои методы работы, у каждого свои способы подачи информации, но эта информация должна соответствовать оригиналу. Плюс-минус, но соответствует. Очень важно сегодня не обещать людям сверхприбыли, как часто задают вопросы, когда мы будем получать наши дивиденды, а объяснять, что это венчурные инвестиции, и они предполагают определенный период времени для того, чтобы получить нужный результат. И тогда у нас с вами будет гармоничная работа со всеми клиентами. Те, кто сегодня занимаются просто инвестированием, даже вы можете внести свою лепту в развитие нашего направления чем? Не только деньгами. Вы можете знакомым друзьям рассказывать о том, что есть возможность стать совладельцем
новых технологий, новых дорог. Второй важный момент, на который я обращаю ваше внимание, те, кто занимается в свободное время бизнесом, ну, то есть дополнительно, относитесь к этому как к дополнительной работе. Просто уделяйте 2 часа времени тому, чтобы делать это дело. А те, кто занимается бизнесом профессионально, ну, станьте тогда профессионалами во всем, в том, что вы делаете. В ваших контактах, в вашем общении с клиентом, в сопровождении ваших подопечных, тех, кто вам поверил и пошли за вами. Это очень важно, чтобы люди, которые вам верят, не были брошенными, и чтобы вы их поддерживали. Конечно, это делать желательно профессионально. Еще буквально пару цифр, и я буду заканчивать, не буду много времени занимать. За январь месяц увеличение у нас было в фонде на 834 человека. Это я говорю про тех людей, которые инвесторами являются, то есть реально инвестируют деньги. За февраль месяц 1608, и за март месяц еще 1653. О чем это говорит? Есть устойчивая тенденция роста. И важно понимать, что когда вы работаете по системе, когда вы работаете слаженно, когда ваши цели большие и чистые, то вам помогает все вокруг в этом мире. По итогам СВИК, по итогам 3 месяцев, март стал самым эффективным в чем? Во-первых, стал рекордным для СВИГа по объему инвестиций вместе с бонусным счетом. За все время это был впервые такой объем сделан. Второй, март месяц стал рекордным по приходу денежных средств на расчетные счета и платежная система Skyway News Group за все время, вот за весь период времени, сколько существует фонд. Март месяц также стал рекордным за последние 5 месяцев по количеству новых регистраций фонда Skyway News Group. Ну и самое важное, что март месяц принес нам за вот последние 3 месяца, это самый рекордный месяц по количеству новых инвесторов в Skyway News Group. То есть мы говорим про профессиональных инвесторов. Для чего я привожу этот пример? Чтобы вы поняли, если вы приходите в спортзал, желательно заниматься регулярно спортом. Если вы ходите в бассейн, плавайте регулярно и увеличивайте свои показатели. Если вы занимаетесь изучением языка, то нужно постоянно изучать язык так, чтобы новые слова становились для вас естественными. Чтобы они не были новыми, а чтобы они становились для вас обычными. То есть их нужно учить. Если вы занимаетесь бизнесом, ну тогда делайте так, чтобы ваши объемы увеличивались. Я еще раз возвращаюсь, подходите к этому делу профессионально. Если вы будете делать свое дело честно, открыто, профессионально, тактично, тогда ваш бизнес будет расти как на дрожжах. Я желаю вам всем фондам, всем, кто сегодня присутствует, чтобы в вашей жизни было побольше радости, побольше силы внутренней, уверенности в себе, и чтобы ваши дела, они, скажем так, они приводили вас в восторг прежде всего. Ваши действия, ваши дела и ваши результаты не будут ждать, они тут же появятся для вас в качестве хороших бонусов, в качестве новых надежных партнеров, в качестве результатов. Самый главный результат – это для нас сертификация транспорта, чтобы потом начать строительство. Это о чем говорил Андрей. Желаю вам процветания, счастья, любви, удачи. Пока-пока. Спасибо, Виктор, большое. Следующий спикер у нас Алексей Суходоев. Благодарю, Виктор. Здравствуйте, дорогие друзья. Благодарю, Виктор Бабурин. И сегодня такой вот у нас объединенный телемост, то есть в крайнее время достаточно редко мы проводили объединенные телемосты, но так как мы движемся все направления, которые развивают технологию Skyway, в первую очередь на развитие общего проекта, на строительство экотехнопарка, такие события необходимы и жизненно необходимы. На этих событиях мы лично, представители Skyway Capital, не будем говорить про статистику и так далее, то есть могу сказать ориентировочно, что с ноября мы увеличили примерно на 400%, в 5 раз увеличили регистрации, то есть те люди, которые присоединяются к проекту через Skyway Capital. Но это все на сегодняшний день, на мой взгляд, не так важно. Любой, кто войдет в данный проект с четко слаженно работающей командой, добьется здесь успеха. Это определенно и точно, дорогие друзья. Сегодня нет в мире другого бизнеса на фоне именно развивающихся очень серьезно экономических событий. Мы стоим на пороге не только технологической эпохи,
но и на пороге очень серьезных экономических свершений. И, дорогие друзья, поэтому всех, я думаю, волнует в том числе взаимоотношения внутри SkyWay, между фондами и так далее. То есть в том числе по этой причине был организован телемост. Одно мы можем сказать, и такой слоган был создан, он придуман еще когда работа меня и Сергея Анатольевича, наша, развивалась в сотрудничестве плотном со SkyWay Invest Group, придумали такой слоган, как «Мы объединяем мир». Лариса Артамонова добавила его такой присказкой замечательной, как «Чтоб мы объединяем мир, объединять мир – это наша работа». Дорогие друзья, это наша действительно каждодневная работа, потому что сейчас мы закладываем будущее не только свое личное, но и для будущих поколений. Для того, чтобы не была пройдена точка невозврата и так далее в плане экологии, для того, чтобы сохранить планету и для того, чтобы изменить на сегодняшний день перевес тех сил, тех транспортных корпораций, которые, как раньше, гужевой транспорт, не пускают развиваться новые направления, но, как говорится, нет силы, которая может остановить идею, которой время пришло. То есть это говорил Виктор Гюго, и, собственно, это действительно правильные слова. Поэтому, дорогие друзья, на сегодняшний момент существует несколько источников, как вы можете войти в информационное поле SkyWay. Существуют объединенные источники, на которые входят все, то есть это различные вебинары, несмотря на то, что они проходят для нескольких площадок, то не посещать эти вебинары никто запретить не может, поэтому можно назвать это объединенным полем. И вы можете войти в этот проект, достаточно серьезно развиваясь, либо просто инвестируя через различные фонды, то есть через SkyWay Capital, через SkyWay Invest Group, есть еще MLCI, еще пытались развиваться фонды, и неудивительно будет абсолютно, если фонды еще появятся новые. Это логически выверенная и закономерная тенденция проекта, который развивается. И также рост как SkyWay Capital, так и других направлений, которые развивает и финансирует технологии на сегодняшний день, он неизбежен. Главное — выстраивать правильную работу, главное, естественно, команда, и главное — правильное направление именно развития фонда. Что говорить, если про наши направления, то я могу сказать, что у нас очень серьезно работа направляется сейчас у SkyWay Capital на Европу. То есть мы готовим вплоть до техподдержки на иностранных языках. И этот рынок, возможно, недооцененный в начале, сейчас самое время будет охватывать. То есть мы не можем говорить конкретики какой-либо, но, дорогие дамы и господа, поверьте на слово, что европейский рынок, как и российский, собственно, уже взорвался, так скажем, по информационному полю и по тем перспективам, которые российские граждане могут получить, инвестируя в проект SkyWay, он также наберет обороты и в положительном смысле этого слова взорвется в Европе, в западных странах, в США и так далее. То есть это та тенденция, что нас ожидает в 2016 году. Но что мне лично хотелось бы сказать, обращаясь ко всем участникам, кто смотрит сейчас этот вебинар в прямой трансляции, кто будет смотреть далее. На самом деле, неважно на сегодняшний день, через какое поле вы входите, то есть через какой фонд, главное то, что вы сейчас развиваете этот проект, и вы входите в то или иное поле по какой-либо причине. То есть кто-то желает обучаться, кто-то желает приобрести обучающую инвестиционную программу, пакет. Кто-то желает просто инвестировать и инвестирует в головную компанию, независимо от маркетинга и так далее. Кто-то желает получать более прозрачную, такую именно выверенную, четкую схему, которая работает также для иностранцев. Кто-то желает присоединяться к платформе краудинвестинга, то есть и получать
достаточно серьезные инструменты видеомаркетинга и так далее. То есть я говорю про этот недавно появившийся фонд. И таких направлений может быть очень много. У каждого есть свои положительные и отрицательные моменты. Но одно можно сказать, что все направления, которые развиваются на данный момент в SkyWay, они показывают тенденцию роста. Нет ни одного направления, которое показывает какие-либо отрицательные балансы и так далее. То есть везде наблюдается тенденция роста. Это доказывает то, и интерес потенциальных, в том числе крупных инвесторов, доказывает то, что, дорогие друзья, мы действительно сейчас движемся в тренде, который Анатолий Эдуардович Юницкий нащупал еще более 35 лет назад, и в этом тренде на сегодняшний день развиваются крупнейшие корпорации, которые формируют, кстати, мировую экономику. И в этом наша с вами, дамы и господа, заслуга, то, что мы интуитивно это все прочувствовали, и, собственно, призыв такой вот развивать наш проект действительно сильнее. На данном вебинаре вы можете задать вопросы, которые вас интересуют, и мы с удовольствием на них ответим. До скорых встреч. Алексей, спасибо большое. Следующий спикер у нас Сергей Анатольевич Сибиряков. Прошу. Добрый день, друзья. Рад всех приветствовать. У нас сегодня такое расширенное участие показывает с тем, как люди заранее стали входить, и сейчас он уже более 1000 участников, хотя в среднем на вебинаре в таком рабочем у нас пока где-то 500-600 человек, а это говорит о том, что на сегодняшний момент интерес к тому, что говорим и обозначили в сегодняшней встрече, он, конечно, очень велик. И это, друзья, абсолютно закономерно, это абсолютно правильно. Вот, потому что все-таки сообщество людей, которые мы сейчас создали, ту работу, которую мы сейчас делаем, и тут уже все это подтвердили, что работа, друзья, очень важная, работа очень серьезная, профессионально поставленная, дающая свои результаты. И действительно сегодня можно сказать, что итоги, вот, которые подвели все структуры, и головная компания, и фонды, они действительно показали существенный прирост интереса к программе, существенный прирост инвесторов, которые пришли, и как следствие приток инвестиций, которые сегодня крайне необходимы для того, чтобы развивать дальше, двигать экотехнопарк. И сейчас, друзья, конечно, как в большом сообществе людей, особенно людей очень разных, людей, которые по-разному видят и разные обладают информацией, конечно, очень много течений и событий внутри происходит. Поэтому цели, задачи, которые мы сейчас ставили, и мы их показываем, что, друзья, как бы ни были, какие бы мы разными ни были, все-таки мы решаем одну задачу, и мы работаем на один результат. И чем мы будем более уважительно и, скажем так, терпимо, корректно относиться друг к другу, а это просто само по себе по этике, по логике людей, для которых «Строй SkyWay, спасай планету», и мы объединяем мир, и объединять это наша работа, это не пустые слова, а действительно внутренний посыл, то, естественно, друзья, что мы всегда на все противоречия находим правильные решения, и сегодня я могу сказать, что выбраны наиболее оптимальные такие решения по работе, и изначально, когда закладывалась и краудинвестинговая система, и сразу система существования нескольких фондов, это было абсолютно правильное решение, и сегодня это уже показало, что суммарное количество инвестиций от двух или сегодня уже четырех фондов, они намного выше, чем когда была одна краудинвестинговая система. Это тоже абсолютно правильно, потому что разные подходы, разные взгляды, разное ориентирование на разных людей, которым интересно либо одно, либо другое. То есть ключ к сознанию, ключ к пониманию, ключ к душе каждого человека, он, конечно, лежит через разные подходы. И на сегодняшний момент то, что сегодня работают разные
команда – это абсолютно правильно, никаких сразу, если внутри особенно больших коллективов, а у нас сегодня, друзья, больше 250 тысяч человек, я считаю, это очень большой коллектив людей, которые работают в этом направлении. Естественно, что есть горячие головы, которые хотят раздувать конфликты для того, чтобы либо от этого получать какую-то выгоду, либо из каких-то других соображений, сегодня очень много, и те, кто общается там со мной, с Алексеем Суходовым после вебинаров, вы знаете, что практически ни один вопрос не остается без ответов. И мы постоянно ведем очень интенсивную переписку. Наиболее важные вопросы выносятся на вебинары, мы их обсуждаем. И сегодня я думаю, что все вопросы, которые возникали, они все имеют решение, они все имеют стопроцентное сегодня удовлетворение всех, и можно сказать однозначно сейчас, друзья. И вы, наверное, все это видите, особенно те, кто уже не первый день и не первый месяц в проекте, что юридическая схема сегодня командой разработана очень серьезная, и она удовлетворяет, вот как Алексей уже сказал в предыдущем выступлении, что сегодня очень активно подключаются структуры и люди, которые живут в европейской части, в Восточной Европе, и уже Западная Европа, и еще различные сегодня инвесторы приходят. Это говорит о том, что, первое, проект интересен, второе, что они видят для себя уже участие, и третье, что их удовлетворяет та схема работы, которая выстраивается. Естественно, друзья, она выстраивалась не сразу. И если говорить, что за 2 года, когда активно проект, а реально это уже 2,5 года, активно проект сейчас шагает в том плане, как он сегодня представлен, конечно, друзья, это непростые шаги и непростая работа. И когда 2 года назад, там 2,5 года назад представлялись, и мы делали первые шаги в краудинвестинге, построение большой партнерской именно взаимодействия, структуры людей, которые направлены на одно решение. Естественно, были одни представления, потом по мере того, как мы работали, нарабатывали опыт, появлялись люди, круг которых расширялся, и задачи, перед которыми все больше и больше стояли, более сложные, мы, конечно, пришли к другому пониманию и юридически отстраиваемой схеме, и сам построение самого краудинвестинга. И на сегодняшний момент общими усилиями отстроено довольно-таки стройная и юридически выверенная система, которая, первое, позволяет объяснять людям принцип работы, позволяет объяснять юридическую схему, которая сегодня доводится, и каким образом происходит защита инвесторов и участников программы, которые приходят в Skyway. И, соответственно, дальнейшее потом уже развитие инвестиционных составляющих, инвестиционного пакета, который каждый для себя формирует, и потом уже защита самого пакета и защита самих инвестиций, которые сделаны. Поэтому тут несколько сейчас было недопонимание или сложностей в связи с юридической схемой Skyway Invest Group, но это четко сразу было сказано еще и в тот период, когда он создавался, так же, как в свое время юридическая схема, которая существовала в головной компании, которая тоже потом видоизменялась, что, друзья, при развитии проекта юридическое изменение, оно просто необходимо. Это естественное развитие проекта, но, как заверяли все участники процесса, и сам Анатолий Эдуардович Юницкий, и вся команда, которая работает, что любые шаги, любые действия направлены только на то, чтобы максимально защищать интересы участников проекта, максимально быть прозрачной для участников проекта и максимально юридически выверенным делать шаги, которые также делают проект максимально прозрачным и неуязвимым. На сегодняшний момент я считаю, что выстроена очень встроенная система, и те шероховатости или разногласия, которые были особенно связаны со спецификой работы Skyway Invest Group, я не понаслышке это знаю, я четко, мы с Алексеем год отработали именно в системе Skyway Invest Group, это был необходимый период работы, когда краудинвестинг был выведен из головной компании, когда надо было разделить инженерную работу и краудинвестинговую работу. Мы все сосредоточились в работе Skyway Invest Group, и этот фонд за год проделал колоссальную работу, выполнил очень серьезные задачи, которые сегодня стали. Сегодня идет новый период развития проекта, и меня тоже очень много задают вопросов, почему я сегодня нахожусь в головной компании, почему мы начали с Алексеем вести вебинары. То есть тоже этих вопросов я и всегда отвечал на вебинарах, и сейчас говорю, что задачи сегодня стоят более широкие. Мы, кроме краудинвестинга,
вышли на адресные проекты, на работы с администрациями регионов и городов, на работы сегодня с крупными бизнес-структурами. Это требует несколько другой подход, другую работу, и мы сегодня в основном концентрируемся именно в этом направлении. Это раз. Вторая задача – это все-таки специфика, которую мы ведем, это именно технико-экономические вебинары и вебинары, которые направлены на анализ с точки зрения развития SkyWay, программы экономики и так далее. И это необходимо делать для всей группы партнеров, а не только для отдельно какого-либо фонда, это будь то SkyWay Invest Group, либо Капитал. И поэтому мы сегодня создаем единое информационное пространство, где доводим единую информацию. У нас очень тесно сегодня идет взаимоотношение и лично с Анатолием Давидовичем Юницким, где он ставит цели и задачи, которые на вебинарах должны доводиться и обсуждаться, и, соответственно, наиболее актуальные вопросы, которые мы сегодня освещаем и делаем. Вот. Поэтому в завершение могу сказать, что, друзья, помимо того, какие результаты, что мы сегодня добились, это мы с вами обсуждаем на вебинарах, вы все это видите и знаете. Те шероховатости и вопросы, которые были именно с точки зрения совершенствования системы, они все очень оперативно и серьезно решаются. У нас были совместные совещания с руководством SkyWay Invest Group, SkyWay Capital, компании Виктором Бабуриным, Антоном Дальшим Юницким. Соответственно, сегодня основная задача и цель, чтобы каждый инвестор, который пришел, он был защищен и внесен в реестр именно головной компании и являлся акционером SkyWay. Эти задачи сегодня решены. Все фонды, куда приходят инвесторы, они в самые кратчайшие сроки переносят именно всех инвесторов в единый реестр для защиты. И это, друзья, является единственной защитой, которая сегодня может быть обеспечена в рамках вот этого венчурного сложного проекта, который мы сегодня реализуем. Вот. Тем не менее, как мы уже говорили, это юридическая защита сегодня быть внесенным в реестр головной компании и именно быть акционером компании. Сегодня все это понимают, и через какой бы точку входа сегодня партнер и инвестор не заходил в программу, он в самые кратчайшие сроки должен быть в реестре акционера. Естественно, что это непростой вопрос, он отрабатывается, он сейчас реализуется. Есть ряд технических моментов, которые сегодня отчасти тормозят эту работу. Но я думаю, что так как работают все-таки существенные команды, как работают действительно профессионалы, эти все шероховатости и нюансы будут решены. Поэтому, друзья, наша задача, и я думаю, что вы сегодня услышали, увидели, нет ни у кого, чтобы цели и задачи, чтобы кого-то забыть или на кого-то не отреагировать, или тем более не забыть про людей, которые сегодня входят небольшими инвестициями, потому что, друзья, для нас каждый важен инвестор, который сегодня вне зависимости от суммы участия в проекте, потому что у кого-то есть одни возможности, у кого-то есть другие возможности. И тем не менее, я общаюсь сегодня с большим количеством действительно честных, преданных людей проектам, у которых нет сегодня возможности инвестировать крупные суммы, но они по мере возможности входят сами в проект, привлекают родственников, друзей, сослуживцев. И это тоже, друзья, очень важная работа. И мы, как вы уже, наверное, заметили, на все просьбы, на все вопросы реагируем. Поэтому, если есть какие-то у вас еще не отвеченные вопросы, всегда пишите, всегда обращайтесь, пишите в техподдержке фондов, пишите в техподдержку компанию, в юридические службы, пишите нам, как основным спикерам, там, Алексею, мне, всем остальным, кто ведет вебинары и кто вообще именно доводит информацию. Будем, друзья, все решать, и я вас могу заверить, что ни один акционер, ни один участник проекта не будет забыт, не будет, соответственно, каким-то образом не учен в работе, и вы все увидите себя в ближайшее время в реестре акционеров, и это, друзья, как раз сегодня тот ковчег, та работа, которую мы создаем, которая будет сегодня являться залогом успеха той работы, которую мы сегодня реализуем. И она, друзья, конечно, очень непростая. И тут я не могу, друзья, уж извините меня за мой подход, и я не могу радужно сейчас улыбаться и говорить, что, друзья, нас ждет только светлое будущее, и никаких проблем у нас на пути нет, потому что в очень непростое время мы живем, друзья, очень непростое. И мы, когда начинали проект, это был сначала
декабрь 2013 года, потом январь-февраль 2014 года, это, друзья, события на Украине, Майдан, потом Крым, потом все, что с этим происходило, и мои коллеги помнят, с какими глазами и с какими впечатлениями я ходил, потому что на этот сложнейший проект, который мы ведем, накладывались те события, которые происходили, но тем не менее, друзья, мы прожили это время, мы развивались в это время и отстроили работу, и строим экотехнопарк, и сегодня ведем переговоры уже по десяткам адресных проектов, и не только на территории России, Украины, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, вот, но и сегодня можно назвать это вся география всего земного шара, и появляются новые партнеры, и вы их будете дальше видеть и видеть. И появляются новые адресные проекты, мы тоже о них будем обязательно рассказывать по мере того, как они будут подходить. Поэтому, друзья, это сегодня данность, которая идет. И дальше на этой неделе, как вы обратили внимание, у нас следующие события, которые происходят вокруг России. Теперь у нас Азербайджан с Арменией под боком, который сегодня также опять стал являться с точкой напряженности, а я это знаю не понаслышке, я участвовал в событиях и 89-го, и 90-го года в Степанакерте. Поэтому для меня это все, друзья, очень, очень знакомая тема, я ее проходил своими руками и своими ногами, и был в этих горах, и в этих городах, так что это все, друзья, очень знакомая и очень серьезная тема. И это опять накладывает на момент, на то, что мы с вами делаем, и какой фон будет дальше вокруг проекта делаться. И здесь, друзья, как раз мы приняли решение о том, что мы для себя определяем, что мы объединяем мир. Объединять – это наша работа. И все это вместе результат, как строй Skyway, спасай планету. Это тоже, друзья, к тому, что мы делаем. И это помимо, друзья, общей, скажем так, экономической вещи, о том, что мы сегодня создаем и делаем, это действительно наши инвестиции, это действительно наш залог на экономическое будущее, и мы действительно планируем и рассчитываем с этого получать и доходы, и дивиденды. Но при этом, друзья, мы с вами еще и ставим более серьезные задачи, и те задачи, на которые, наверное, сегодня не ставит и не может реализовывать никто. А мы, так как не связаны никакими чиновничьими ограничениями, не связаны никакими бизнес-олигархами и так далее, мы действительно те цели, которые декларируем, мы ставим и их решаем. Поэтому, друзья, я считаю, что у нас сегодня очень знаменательное такое событие, очень знаменательный вебинар. Мы будем проводить, я думаю, по согласованию периодически, ну, с какой периодичностью, там, раз в месяц, раз в квартал, определимся для того, чтобы дальше двигаться. Вот, мы для себя определили четкие сегодня критерии взаимодействия, и все сегодня понимают, что в рамках одного проекта мы делаем одно дело, и у нас только один может быть результат, потому что мы все находимся в одном экономическом, или как мы его называем сегодня, народном ковчеге. Поэтому, друзья, я могу сказать, что со своей стороны я очень рад, что у нас есть такая возможность собираться по 1003 человека на одной встрече. Это люди, которые болеют за проект, это люди, у которых есть вопросы, люди, которые на них получают ответы, и мы можем сказать, что с юридической точки зрения все ответы сегодня есть, и все, что сегодня вас интересует, мы будем доводить, объяснять, разъяснять и реализовывать. Вот. Поэтому это показывает то, что этот проект нужен. И этот проект сегодня все больше и больше завоевывает стран, континентов и самое главное, что умов людей. И то, что в ближайшее время вы увидите, то, что в ближайшее время нас всех ожидает с точки зрения развития проекта, опять же, друзья, не могу не удержаться, чтобы не напоследок не сказать два экономических таких понятия, что сегодня существует два тренда. Один тренд – это то, что мы видим сейчас по телевизору, то, что мы видим в окно, то, что мы читаем в газетах, то, что происходит вокруг нас – это экономика, которая идет в России, на евразийском пространстве, на европейском пространстве. Здесь мы все понимаем, что ситуация электролизуется, что напряжение растет, что ситуация в экономике все усложняется и усложняется. И при этом, друзья, идет абсолютно другой тренд, абсолютно другое направление с точки зрения Skyway, с точки зрения перспективы, с точки зрения объединения мира и строй Skyway, спасай планету. И это как раз, друзья,
только мы с вами понимаем, потому что благодаря нашей работе делается та система, создается та система, та работа, которая радикально изменит ситуацию, которая сегодня дает первый тренд. Я могу сказать, что, друзья, я как экономист, как аналитик, я могу сказать, что другого направления сегодня нет и быть не может. И второе, как человек, который был по свое время очень далек от краудинвестинга, я считал, что это никому не нужное или очень рисковое занятие, а сегодня, общаясь, работая и находясь внутри, я могу сказать, что, друзья, только мы с вами делаем эту работу, и только мы с вами можем это реализовать. И сегодня есть уже ряд подтверждений, когда чиновники высокого уровня, бизнесмены высокого уровня, когда видят результаты, которые мы добились, они не могут поверить, что это организовано с помощью краудинвестинга, что это организовано только нашей с вами усилием, нашими с вами энергией и нашей с вами верой в то, что мы можем это реализовать. А это действительно, друзья, так, поэтому как промежуточный шаг мы это сейчас фиксируем и движемся дальше. Ну и, конечно, друзья, надеюсь, что с многими из вас лично мы пообщаемся 23-24 апреля, когда приедем, посмотрим сами своими руками, что мы создали, в чем мы участвуем, послушаем отчет генерального конструктора, конструкторов, директоров и, соответственно, друзья, просто поучаствуем в этом фестивале Skyway, который всех нас сегодня, друзья, ожидает и с чем мы, друзья, будем, соответственно, двигаться дальше. Все, спасибо за внимание. Виктор, тебе, передаю тебе слово. Так, всем привет. Еще раз наблюдаю тут чат. Люди спрашивают, всем все объясним, никто обиженным не уйдет. Коллеги, я попросил, пожалуйста, потише сейчас немножко. Спасибо большое. Так, значит, по поводу выступления, я надеюсь, всем стало понятно, да, то, что все наши уважаемые коллеги из компаний партнерских разделяют наше общее видение развития проекта, поэтому в этом направлении мы движемся вместе. По поводу основных тем, которые были заявлены на вебинаре на сегодняшнем. Так, что это, я завис, наверное, не знаю, или нет. Значит, Виктор, слышно и видно. Просто у меня что-то подтормаживает немножко, спасибо. Значит, по поводу перевода обязательств в головную компанию. Да, первое, что интересует людей. Значит, мы сейчас договорились о том, что мы еще более упростим процесс. Все люди, которые инвестировали в корневую компанию, имеют возможность конвертировать свои обязательства в акции. Это будет делаться прямо в личном кабинете Skyway Investment Group, то же самое, как и в Capital. И также прямо в этом же личном кабинете Skyway Investment Group они будут получать выписку из реестра. То есть будет один в один такая же схема, как у Skyway Capital, и не надо будет нигде заново регистрироваться и заполнять какие-то документы. Зачем это делается? Ну, затем, чтобы обменять обязательства фонда на акции компании. Что такое обязательство, что такое акции, вы можете посмотреть в словаре в любом финансовом. Я думаю, что тратить время на объяснение, что такое обязательство, что такое акции, мне кажется, перед инвесторами не имеет смысла. Так, значит, дальше. По поводу юридических схем фондов. Ну, с ними все ознакомлены и так. Я думаю, что на этом вопросе останавливаться смысла нет. В одном случае мы используем схему инвестиционного займа с обеспечением акциями компании, опционом на акции компании. Да, по такой же схеме в интернете несколько компаний уже привлекли довольно обширные суммы. Одна из них – это довольно известная российская компания Dodo Pizza, которая сейчас, кстати, в Америку очень успешно выходит. То есть, в принципе, здесь схема понятная, не нами первыми придуманная. Вот. По поводу фонда, да, это приобретение обучающего пакета и возможность получения к нему дополнительного обязательства, обеспеченного акциями компании. И на эти акции вы как раз и конвертируете свое обязательство. По поводу рассрочек, значит, что я хотел заметить, да, то, что спрашивают много перевода, рассрочек и прочее, обсуждали мы этот вопрос. В корневой компании мы можем дать возможность для инвесторов, которые по какой-то причине просрочили рассрочку в Capital или в Skyway Investment Group, мы можем дать возможность открыть рассрочку в корневой компании по тому же дисконту. Это пока то, что мы можем предложить людям, которые просрочили по той или иной причине оплату
пакета в рассрочку. Планы по поводу изменения дисконта. Значит, апрель пока не планируем изменять. Скорее всего, это будет после проведения 23-24 апреля общего слета экофестиваля на территории Мариной Горки в экотехнопарке. Апрель пока мы не планируем изменять дисконт. По поводу взаимодействия между фондами Skyway Investment Group и Skyway Capital. Ну вот я думаю, что вот эти 50 минут, которые до меня люди выступали, я думаю, что вы видите, что все взаимодействуют хорошо, все готовы вместе двигаться дальше. Так, значит, теперь по поводу наших планов. Ближайшие события, да, о котором я бы хотел сказать, это мероприятие 23-24 апреля. В экотехнопарке мы ждем всех желающих, только большая просьба, зарегистрируйтесь и оплатите сбор, потому что нам нужно точно понимать, какое количество людей будет, потому что все-таки сами понимаете, мероприятие на открытом воздухе – это не просто людей согнать в зал и выставить перед ними спикеров. Это довольно серьезная и сложная вещь. Значит, далее, по поводу, что нас ждет в 2016 году. Значит, в апреле мы сейчас уже приступаем к строительству второй очереди легкой дороги. Далее мы сейчас уже начали производство подвижного состава легкого и юнибайка. Значит, в сентябре у нас будет большая выставка инновационная в Берлине, куда нас пригласили для того, чтобы мы продемонстрировали свою инновационную транспортную технологию для Европы среди метров железнодорожного и транспортного бизнеса. И туда мы планируем поехать. Мы как раз с администрацией поговорили, и они нам разрешили привести полномасштабный подвижной состав для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед метрами и перед старшими коллегами, скажем так. Значит, далее. Что нас ждет еще в ближайшее время? Очень много вопросов по поводу Австралии. Значит, там мы выбрали уже, есть заказчик пилотного проекта, есть территория, на которой это будет строиться, есть строители, выбрана одна из стройки крупнейших строительных компаний, которая согласилась на месте производить строительство. Вот. Все это дело организовывается под управлением нашего партнера из Австралии Рода Хука. Просто, опять же, коллеги, почему мы о некоторых вещах не говорим? Потому что, некоторые вещи, мы все-таки работаем в таком бизнесе, в котором некоторые вещи нужно держать в секрете, потому что, рассказывая обо всем всем, рано или поздно ты можешь прийти на место, а оно будет занято. И если наши добрые инвесторы думают, что мир – это прекрасное место, в которое все крутятся и ждут, когда бы Skyway быстрее побежит по планете, к сожалению, это не так, и недоброжелательно никто не отменял. Поэтому по Австралии мы в ближайшее время дадим информацию. И, скажем так, там шаги очень серьезные, там уже есть и потенциальные заказчики. И на пилотном проекте в Австралии мы продемонстрируем технологию для местных австралийских заинтересованных сторон для того, чтобы уже приступить к реализации адресных проектов там. Вот. То есть там движется все с очень большой скоростью. Все мы более подробно будем рассказывать. Так, давайте теперь я посмотрю вопросы. Сейчас, извиняюсь, меня немножко подвисает чат. Сейчас, одну секунду. Так, тогда посмотрим 16.53. По поводу несовершеннолетних. Значит, коллеги, внимание, да, вопрос часто задают. Когда вы приобретаете что-то на имя несовершеннолетнего, то вопросов не возникает. Когда вы хотите что-то отчуждать от имени несовершеннолетнего, то тут возникает вопрос с органами опеки, разрешение которых необходимо получить. Потому что если вы не получаете разрешение органа опеки для отчуждения, для проведения процесса продажи, дарения какого-то имущества, которое принадлежит несовершеннолетнему, то впоследствии эта сделка может быть аннулирована или, скорее всего, даже будет. Поэтому вопрос с несовершеннолетними пока... У них остается то имущество, которое есть сейчас, и никуда оно переходить не будет. Так. Путевая структура заказана.
отливается в течение месяца, я думаю, что она будет уже у нас. Ну, опять же, здесь как бы строительные планы, сроки примерно такие. По поводу интеллектуальной ограды, значит, она уже установлена. Для продажи уже можно предлагать. Мы сейчас ведем переговоры с рядом государственных организаций, в том числе и наши партнеры с Украины и с Европы. Вот. Поэтому можно уже приехать смотреть ее. Значит, как выводить акции со свитка? Значит, еще раз, смотрите, тут никакой вывод или прочее. Конвертируется обязательство, которое выдавал и выдает фонд, в акции компании. Это можно будет делать прямо из личного кабинета фонда и получать выписку в личном кабинете фонда. Никуда не надо будет заново регистрироваться. По поводу внутренней биржи часто возникает вопрос, коллеги, это мы никогда не говорили об открытии внутренней биржи. Мы говорили о том, что можно использовать внешние площадки, которые сейчас, вы сами замечаете, как прогнозы начинают сбываться. 2016 год будет годом революции финансовых технологий. Поэтому использовать некие финансовые площадки, которые сейчас будут создаваться, почему бы нет? Разработка внутри компании, ну, давайте мы будем все-таки жить не в фантазиях, а в реальном мире. Для этого нужно создавать отдельное подразделение, туда набирать спецов, и смысла в этом нет, создавание внутренней биржи своими силами. Легче использовать отдельную компанию для этого, отдельный ресурс. Тем более сейчас таких игр много. Значит, так, сейчас, секунду, подвисает чат. Если у вас есть какие-либо вопросы по фестивалю 23-24 апреля, вы всегда можете узнать их в техподдержке. Давайте не будем просто сейчас тратить время на вопросы, которые можно поднять телефон или написать почту и там по скайпу написать, вам все ответят. По поводу, когда поменяют дисконт. Значит, ну, очень не хочется два раза повторять. Я еще раз говорю, в апреле точно нет. Планируем, смотрим май, смотрим за динамикой. Видите сами, увеличиваются объемы. Значит, скорее всего, к маю будет меняться дисконт. Есть ли вероятность недофинансирования? Она всегда есть, ее никто не отменял, но мы сейчас ее гасим все больше и больше, наверстываем упущенное. Опять же, из-за того, что увеличиваются объемы у наших партнеров. Это хорошо. Когда можно будет оформлять завещание и дарственную на акции, какие документы нужны? Завещание вы можете оформить в любой момент, прийти к нотариусу с паспортом и написать завещание. Это ваше право. Изменение курса доллара в РСВ, уточню, но мы вроде там следим каждый день и меняем каждый день. Так. Скажите, если акции не будут приватизированы. Значит, вы будете видеть такую же выписку, как в кабинете РСВ, только в кабинете СВИК. То же самое, что и в Capital. В Capital не нужно инвесторам регистрироваться в РСВ, они видят выписку. То же самое и здесь. Так. Сейчас, значит, я посмотрю, какие еще есть вопросы интересные, потому что, в принципе, в основном вы спрашиваете все то, что можно узнать в техподдержке или у Михаила Кириченко. Так, сейчас. Угу. Значит, дата окончания конвертации не будет, она всегда будет идти. Это не нет ограничения. От какого? Значит, можно конвертировать, главное быть инвестором. То есть, если вы получили акции по какой-то акции, там 100 штук обязательств, то по ней, конечно, конвертация запрещена. А если вы инвестировали хоть какую-то небольшую сумму, то в личном кабинете будет возможность конвертировать. Так. Вопрос Хавратову. Но Андрей не сможет ответить, он сейчас, я так понимаю, отъехал.
Можно ли будет открыть рассрочку в мае? Можно. Ну, то есть я не вижу, почему нельзя. Так, по поводу ответственности и прочего финансовым пирамидам, это вопросы к финансовым пирамидам. Здесь сложно что-то комментировать. Так, сейчас, секунду, извиняюсь, просто еще раз говорю, почему-то очень сильно тормозит программа и очень поздно приходят вопросы. Значит, по поводу демонстрации Юнибайка на фестивале, нет, этого не будет. Будет стройка, будет опоры все наши, будет вторая легкая линия запускаться, строительство, все. Так. Так, по поводу налогов, значит, вы налоги оплачиваете при продаже акций, когда вы получаете прибыль и когда вы получаете дивиденды. Все. Все остальное – это уже какие-то домыслы. По поводу, когда ждать дивиденды, какая будет стоимость акций, комментировать невозможно. Это, ну, и запрещено, и такими вещами сложно прогнозировать. Поэтому у нас есть план, по которому мы идем, у нас есть рынок, который нас ждет, а все остальное будет зависеть от того, насколько быстро мы на нем будем работать, для того, чтобы не упустить время. Так. Ну, все, я думаю, что с таким, конечно, тормозящим чатом отвечать – это просто мука. По поводу Beton Skyway на рынок как бренд, коллеги, давайте мы как бы соображаем головой. Мы этот бетон разработали конкретно для наших целей. Он нужен для того, чтобы закачивать на большие расстояния смесь. Если кому-то надо будет еще, конечно, мы можем продать, но рынок пока нужен для того, мы его разработали не для рынка, а для того, чтобы использовать в своей технологии. Так. Ну, вот вопросы по поводу, там, возможно ли погасить рассрочку досрочно. Ну, вот смысл такой вопрос спрашивать, если... А почему нельзя? Так. Давайте, технологические вопросы, технические вопросы, опять же, это не ко мне. У нас есть специально news@rsvsystems.com. Можно вопросы задавать, если они интересные, разумные, действительно технические. Если их нет в ответе в сборнике 100 вопросов, 100 ответов, то вперед, мы всегда с большим удовольствием отвечаем. Если это вопрос на уровне 150-й раз спросить, порвется ли струна или нет, есть 100 вопросов, 100 ответов, вперед туда. Читайте, разбирайтесь. Юнибайки не будут готовы к фестивалю. Эта информация компании никогда не заявлялась. Компания не оформляет завещание, завещание оформляет нотариус. Я просто не буду, как бы, может быть, надо читать вопрос, но чтобы быстрее процесс ускорить. Так. Ион Ботнари, сколько раз можно брать рассрочки на дисконт? Вот опять же вопрос, а где стоит ограничение? Так, вопрос, какая разница простые и привилегированные акции? Все, значит, есть простые акции у всех. Все, не морочьте себе голову, привилегированные и прочее. Есть простые акции у компании, инвесторы получают простые акции. Все, привилегированные акции, ими владеет та компания, в которой инвесторы получают акции, и она обеспечивает минимальную сумму дивидендов для того, чтобы у компании, где сидят инвесторы, где находятся инвесторы, была прибыль.
Что значит дробление акций, возможно ли это? Это вы обращаетесь к тем юристам, которые вам эти вопросы задают. Здесь как бы юридическую теорию или корпоративную практику давайте не будем терять на это время. Как до вас добраться? Ну, мы находимся в Минске, Республика Беларусь. Так. Сейчас попробуем еще обновить, чтобы... Угу. Unibike не будет показан по тем причинам, что, во-первых, он еще не готов, во-вторых, он еще не запатентован как промышленный образец. Спецдисконты до какого года будут действовать? Спецдисконты действуют, если не ошибаюсь, до того момента, как мы не привлечем необходимую сумму для того, чтобы уже не заниматься привлечением, а заниматься развитием компании. Ну, вот вам своего времени не жалко? Вопрос, линейные города будут строиться. Он какое отношение имеет к теме нашего вот этого телемоста? Не тратьте время свое просто. Так, по поводу там дисконта, на вебинаре сказали и что-то еще. Ребят, коллеги, извиняюсь, есть техническая поддержка в РСВ. Звоните, узнавайте, вам там все компетентно ответят. Если они не могут ответить, они спрашивают у нас, мы им даем новую информацию или обновленную информацию. Да нет, не злой Виктор, просто мне жалко вашего времени, а как бы и своего тоже. Так. Вопрос в головную задавайте на сайте головной. Вся информация там есть. Коллеги, мы работаем, если в 21 веке какие-то базовые навыки и поиска информации у нас все-таки должны быть. Так. Ужас какой-то с чатом творится. Просто по поводу вопросов, да, за вот этим кучей вопросов, которые можно спросить либо в техподдержке, либо подумать головой и ответить самому себе, мне приходится через них пропускать вопросы действительно интересные и важные. А люди потом будут говорить, что не отвечают мне, потому что по какой-то причине там игнорируют или удаляют, что, ну, бред, мы всегда открыты и всегда на все вопросы отвечаем. Просто иногда можно пропустить, потому что идет вопрос на уровне, а будут ли строиться линейные города. Виктор, я думаю, с вопросами можно решить по-другому. У нас чат копируется, и затем мы можем посмотреть после вебинара все вопросы и на самые интересные дать ответ во всех кабинетах и в новостях. Ларис, я просто сторонник такого ответа онлайн, и потому что потом уже может до этого не дойти. Артем Куприянов, спрашивать нужно, но спрашивать вопросы на уровне, а будут ли строиться линейные города на вебинаре, посвященном юридической работе, или работе с партнерскими компаниями. Мне кажется, это просто потеря своего и чужого времени. Так. По поводу партнерских компаний, которые сейчас работают, это Skyway Capital, Skyway Investment Group, и вот недавно запустилась краудинвестинговая платформа MLCI. Вот пока смотрим, с ними работаем. В принципе, пока все. Так, сейчас, секунду. Тут вопрос большими буквами, что по земле? Мне вот интересно, что это значит, что по земле. По земле все хорошо. Так. Так, финотчеты ЗАО будут. Скоро мы провели аудит, скоро выложим их для общего обозрения. Это не секрет. Так.
Давайте не будем тыкать друг другу, а будем общаться на «вы». Я думаю, что это правильнее. Так, в пятый раз я объясняю. Меньше 10 тысяч акций можно будет конвертировать. Еще раз задайте вопрос, я отвечу то же самое. Мое мнение за 15 секунд не изменится. Так, сейчас. Ладно, я думаю, что, в принципе, вроде поток вопросов иссяк. Вот. Спасибо большое. Сейчас, тут по поводу 21 апреля. Так, ну, Анатолий Гультяев спрашивает. Тут же какой-то. Ладно, я думаю, что все, не буду я тратить ваши нервы и свои нервы на вот эту вот борьбу с чатом. Спасибо большое всем за внимание. Надеюсь, многие из вас получили ответы на ваши вопросы. Линейные города будут строиться, Skyway будет строиться, все нормально. Вот, работаем дальше. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.